У нас такая хорошая, добрая традиция сложилась с прошлого года. Ирина Клокова приглашает наших деток к себе на мастер-классы. Вот сегодня у нас праздник для мам. Мы изготавливаем красивые пирожные. Дети очень увлеченно сейчас работают. Очень вкусные капкейки, они по составу из красного бархата. Это один из любимых тортов нашими клиентами. Красный бархат – это бисквит, он пористый, мягкий, не требующий пропитки. И крем сливочных. Мы работаем на натуральных сливках, не на растительных. Это очень вкусно, это как мороженое. Такой крем. Сверху сырный крем. Оформление капкейк фруктами и мастикой, цветочками. Так, чтобы было детям удобно и понятно, чтобы они подарили своим родителям или сами скушали эти капкейки. Помогают деткам делать капкейки. Проводим мастер-класс сейчас. Детки приходят к нам уже не первый раз. У всех настроение хорошее. Не ожидала, что будет настолько классно. Вот, получается. Ну, пока что получается. Еще придете? Да.